здрасте. Навигатор Джавид слушает. Куда поедешь? Ровно год назад я снимал ролик про iPhone 12 mini, и тогда формат маленького телефона мне очень понравился, хотя, конечно же, у него были свои минусы. Например, в таблице аккумуляторов 12 mini сильно отстает от других телефонов. И вот уже месяц я пользуюсь новым iPhone 13 mini, и мне вот очень интересно, может быть, Apple, когда уменьшала 13-й iPhone, заодно и не забыла уменьшить количество его минусов? Этот цвет называется «темная ночь». Это что-то типа черного, в который добавили немного синей краски. Я не очень люблю черную технику, но когда первый раз распаковал 13 mini в этом цвете, он мне показался довольно стильным. Но только первые 15 минут, потом он полностью покрывается отпечатками пальцев и перестает быть таким красивым. Лично мне больше нравится либо синий цвет, либо белый. Ну, синий значит свежесть. А белый это элегантность. iPhone 13 mini очень маленького размера и практически ничего не весит. Поэтому вы легко сможете дотянуться одной рукой до кнопки включения-выключения звука и до кнопки включения-выключения телефона. Еще интересный момент, когда еду на машине и мне нужен навигатор, то обычно кладешь телефон в какую-нибудь емкость. А вот 13 mini я продолжаю почему-то держать в руке, и это никак не мешает. Что этим хочется. Я купил силиконовый Apple-овский чехол, и с ним держать iPhone стало еще удобнее. При этом нет ощущения, что iPhone стал как-то тяжелее. А чехол вам точно понадобится, если вы собираетесь покупать черный цвет. Не знаю как, но у меня задняя крышка покрылась царапинами. При этом я очень бережно к нему относился. Допустим, мой фиолетовый iPhone 12 за полгода падал несколько раз, а выглядит лучше, чем iPhone 13 черный за месяц. Еще я знаю, что некоторые из вас хотят купить себе Apple Watch только для того, чтобы получать уведомления. Опять же, с 13 mini в этом нет никакого смысла, потому что он настолько компактный, что достать его из любого кармана абсолютно не напрягает, даже если вы получаете какое-нибудь дурацкое оповещение, что сегодня день пирога. А чтобы техника или любые другие покупки выходили еще дешевле, я пользуюсь кэшбэком. Например, прямо сейчас у меня на балансе в Letyshops находится практически 10 тысяч рублей. И я часто смотрю, есть ли какие-то особые дни с хорошими скидками и повышенным кэшбэком. И вот как раз сейчас проходит киберпонедельник. Но это всего лишь один день. Как и понимаете, за один день найти самое выгодное предложение очень сложно. Поэтому мои друзья из Letyshops сделали кибернедельник, который пройдет с 31 января и до конца недели. На кибернедельник Letyshops договорил со Сбермегамаркетом, Эльдорадо, Перекресток Прок и другими топовыми партнерами об увеличении кэшбэка до 5 раз на 7 дней. Например, если раньше вы могли получить 400 рублей кэшбэка, то сейчас начислится до 2000. Но количество повышений ограничено. Например, я давно хотел купить себе квадрокоптер, чтобы мои ролики становились для вас еще интереснее. И сейчас самое время, потому что помимо повышенного кэшбэка, в самих магазинах будут действовать скидки от 25%. Чтобы получить горящий кэшбэк на кибернедельник, нужно зарегистрироваться в Letyshops или скачать приложение. Найти интересующий магазин, активировать горящий кэшбэк кликом по магазину, а дальше оформить заказ как обычно. Кэшбэк придет на ваш баланс в Letyshops, его можно будет легко вывести на карту или на мобильный счет. Регистрируйся или скачивай приложение по ссылке в описании и забирай лучшие предложения кибернедельника от Letyshops. Но ради такого размера пришлось пожертвовать размерами экрана. Давайте с вами возьмем несколько популярных приложений и посмотрим, как они выглядят на экранах 13 mini и iPhone 13. Давайте начнем с навигатора. С навигатором никаких проблем, все видно отлично, даже если iPhone стоит на расстоянии на подставке. Понятное дело, что на экране обычного 13-го iPhone все будет видно лучше, но у меня ни разу не возникало проблем с экраном 13 mini. А следующее приложение у нас карты. Здесь все то же самое, нет никаких проблем, чтобы увидеть маршрут или нужный вам дом, а из-за того, что 13 mini удобнее лежит в руке, мне это даже понравилось больше. Видишь, какой он удобный? Видите, в ладонь даже помещается. Так что все. При просмотре рилсов, ну или тиктоков, все отлично видно, тем более они почти всегда на весь экран. Я смотрел, как вяжут шарф из макарон и смог разглядеть все самое интересное. Если смотреть посты, конечно, фотографии меньше и иногда хочется увеличить, но в целом проблем с этим не замечал. А вот если любите читать текст под фото, его ведь кто-то еще читает,
то здесь шрифт мелковат, приходится всматриваться. Странно, почему Instagram просто немножко не увеличил шрифт именно для мини-айфона. Его можно увеличить самому в настройках, но тогда поменяется шрифт во всех приложениях, а не только в Инстаграме. Когда смотрите видео, держа iPhone в руке, это приемлемо. А вот если любите ставить телефон на подставку в полуметре от себя, то тут уже не супер комфортно. Ну и конечно, смотреть мировые блокбастеры вы вряд ли захотите на 13 мини. Печатать одной рукой супер комфортно, лучше, чем на любом другом экране. А вот если подключаете вторую руку, то приходится контролировать нажатие по клавишам. Часто стал замечать, что опечатываюсь в словах. Я думаю, что моя рука относится скорее к маленьким или типа средним, так что если у вас большая рука, то точно будете мучиться. Еще экран очень важен, если вы хотите играть в игры. Сможет ли 13 мини заменить вам игровую приставку? Рассмотрим размер экрана на нескольких играх. Первая игра, моя любимая на айфоне, называется Sasquatch. Кажется, что игра выглядит мелко, но в ней нет лишних деталей, ничего не мешает. И на 13 мини можно пройти ее без проблем. На обычном 13-м тем более. Так вот вы на чем гоняете. Следующая игра тоже одна из моих любимых, но ее название я не могу прочитать правильно. Кажется, она читается как Far Lone Sales. Вы управляете гигантской машиной, носитесь по ней, собирая по дороге топливо и чините поломки, решая интересные задачи. В игре все очень мелкое, я играл в нее на 13-м айфоне и даже там приходится взглядываться. Но игра меня настолько затянула, что я прошел ее полностью за 2 вечера. Так что крайне рекомендую игру, но только не тем, у кого 13 мини. PUBG, в игре все слишком мелко, тяжело увидеть врага, в целом играть не понравилось. Call of Duty, игра явно создавалась на все размеры телефонов, поэтому в ней никаких проблем не обнаружено. GTA, в игре нет мелких элементов, поэтому играть также без проблем. Привет, банда! Genshin Impact. Играть можно, в целом все видно, но если сравнивать все-таки с 13-м айфоном, разница довольно большая. К тому же 13 мини очень сильно перегревается от этой игры. Если подытожить игры на 13 мини, то я бы сказал так. Если вы играете в игры в большие целыми днями, то лучше все-таки рассмотреть обычный 13 iPhone. А если вы иногда запускаете там в метро или в электричке какой-нибудь таймкиллер, то здесь 13 мини подойдет идеально, но иногда вы сможете поиграть и во что-то более крупное. Но все-таки если вы прям мобильный игроман, то 13 мини точно не для вас. Иногда в комментариях я вижу вопрос, стоит ли покупать iPhone, чтобы снимать ролики для YouTube. Прямо сейчас меня снимает моя основная камера, это Sony A6400. По меркам камер она, можно сказать, дешевая, стоит она примерно 70 тысяч рублей, то есть так же, как iPhone 13 mini. И давайте прямо сейчас я переключаюсь на iPhone, и вы можете, в принципе, сравнить качество картинки. Скорее всего, фон у меня сзади теперь абсолютно не размыт. И давайте с вами попробуем включить режим киноэффекта на iPhone 13 mini и посмотрим, как будет с ним. Ну что же, по-моему, все выглядит неплохо. Задний фон размыт даже лучше, чем на моей основной камере. Но нужно обязательно учитывать, что сейчас, по сути, идеальные условия для съемки. На меня сейчас светит только свет из окна. Он рассеянный, потому что в Питере пасмурно. А если бы сейчас было лето, то пришлось бы шторами закрывать окна и ставить искусственный свет. И в таком случае iPhone бы справился с этим кадром похуже. Поэтому я бы сделал такой вывод. Если у вас уже есть iPhone, то вы, в принципе, можете начать снимать на него видео. Но если iPhone у вас нет, а есть, допустим, 70 тысяч рублей, то я бы, конечно, бы вложился сразу бы в нормальную камеру. Но если в целом, то камера 13 мини точно такая же, как и в обычном 13-м айфоне, о котором у меня есть ролик на канале. В этом ролике мы с вами пробовали и снимать с режимом киноэффект, и делали фотографии в режиме портрет, также делали фотографии на широкоформатную камеру, и, конечно же, снимали с вами фотографии при полной темноте. Я оставлю ссылку в описании на этот ролик, рекомендую его посмотреть, тогда у вас сложится полная картина о 13-м айфоне. К 13 мини хочу добавить небольшой плюсик, опять же, о его небольших размерах. Когда у меня в прошлом году был 12 Pro Max, я катался на сноуборде, я тогда был не особо опытным и хотел снять видео. Так вот, мне приходилось контролировать и сноуборд, и контролировать эту огромную махину у меня в руке. Так вот, это в итоге привело к тому, что iPhone стал у меня из руки выползать. Это меня очень сильно отвлекло, и я упал со сноуборда. А держать 13 мини в руке, когда вы делаете что-то активное, это прям кайф. Вы его держите как такую экшн-камеру, и у вас не возникает мысли о том, что он сейчас выпадет. А из-за того, что Apple обновила стабилизацию видео в 13-м айфоне, то кадры получаются очень даже ничего. Так что если вы любите кататься на чем-то и снимать это, то размер 13 мини будет лучшим из всех остальных айфонов. Вот у нас два мальчика катаются, не один. Да, киселетик?
Сможет ли 13 мини проработать весь день на одном заряде? У нас с вами есть уже вот эти данные, которые мы собрали с прошлых роликов. Я 5 часов использую 5 приложений. И 12 мини сейчас на последнем месте. И мне вот очень интересно, сможет ли 13 мини его обойти. 1 час смотрел познавательные ролики на YouTube, ушло 8%. 1 час использовал навигатор в машине, прокатал 18%. Затем слушал целый час музыку в наушниках, прослушано 5%. В игре без интернета GTA San Andreas стал гангстером на 1 час, заплатил за это 28%. И в онлайн-игре Call of Duty целый час участвовал в боевых действиях, отстрелили 19%. Итого у нас за 5 часов ушло 78%, то есть 13 мини стал приближаться к 12-му айфону. Но здесь есть одна особенность. Когда я провожу этот тест и, допустим, ставлю навигатор, то я больше в айфоне ничего не трогаю. А в реальной жизни мы можем, допустим, еще пустить музыку на машину, можем отвечать на какие-то звонки, а если мы встали в пробку, то можем вообще запустить Инстаграм, и тогда, конечно, эти проценты будут гораздо больше. И мне вот стало интересно, если я возьму с собой 13 мини в свой выходной и буду каждый час записывать, сколько процентов у меня остается, сколько в итоге он протянет за день. Встал я в 9 утра, первые 2 часа было немного Ютуба и Инстаграма, затем 2 часа я добирался на метро, смотря Ютуб, и на машине с навигатором за город кататься на сноуборде. 3 часа катался на сноуборде и иногда доставал Инстаграм, чтобы что-нибудь снять. И вот тут интересный момент, на часах 16 часов, а у меня осталось 37%. Для сравнения, со мной был еще мой друг, которому я продал 13-й iPhone. Ролик о нем есть на канале. Так вот, у него к этому времени оставалось 79%. И он рассказывает, что с утра делал то же самое, то есть смотрел YouTube, листал Инстаграм, и он был очень удивлен, что у меня осталось 37%. Единственное, что он не делал, а я делал, это навигатор. Ну, допустим, мы возьмем из этих 79 и отрежем 15%. То есть у него бы осталось 65%, а у меня 37. Понимаете, да, когда у вас 37, вы уже начинаете там отключать Wi-Fi, какой-нибудь AirDrop, а если у вас 65, то вы точно будете уверены, что он проживет у вас до самой ночи. Ну и потом я 3 часа добирался до дома, иногда включая навигатор. Потом целый час ничего не делал и пошел на тренировку. И на тренировке у меня оставалось 10%, я час смотрел YouTube, пока бегал по беговой дорожке, и в 9 часов вечера он выключился. И с одной стороны, мне вроде бы хватило с 9 утра до 9 вечера, но потом я зашел в статистику и посмотрел, что я, оказывается, особо ничего не делал на телефоне в этот день. У меня было 1.5 часа Инстаграма, 2 часа Ютуба, 1.5 часа навигатора и 1 час музыки. А все остальное это по мелочи, типа зашел в WhatsApp, в Telegram, иногда камеру запускал. И в целом я расстроился в аккумуляторе 13 мини. Ближе к середине дня начинаешь отключать всякие Wi-Fi и прочее, хотя в iPhone 13 обычном я этого никогда не делал. И потом ты замечаешь, что судорожно опускаешь шторку, чтобы посмотреть, сколько процентов аккумулятора у тебя осталось, и высчитываешь, хватит ли тебе до конца дня. И чаще всего до конца дня не хватает. Ну что же, господа, давайте подводить итоги. Последние полгода я пользовался 12-м айфоном, но недавно подарил его своему папе, у него был 7-й айфон до этого, но не так давно он упал и разбился, а я как раз планировал переходить на 13 мини. Мне очень нравится размер и вес самого айфона, а размер экрана хоть и не идеальный, но к нему быстро привыкаешь. А играть на этом айфоне я все равно не хочу, потому что у меня в любом случае есть iPad, на нем это делать гораздо приятнее. У 13 мини также отличная камера, я не особо активно веду Инстаграм, хотя, наверное, стоит почаще, но у телефона есть 2 больших минуса, и первый — это цена. Он слишком дорогой, если бы он стоил 1050, то в этом был бы хоть какой-то смысл. Если вы меня спросите сходу, какой iPhone купить, я бы не раздумывая сказал просто 13-й. Он не сильно дороже 13 мини, при этом крайне маловероятно, что вы скажете, что он очень большой или очень маленький. Сейчас этот размер некий стандарт, а если вдруг 13 мини вам не понравится и вы захотите его продать, тоже нужно учитывать, что на вторичке он сильно падает в цене. И второй минус 13 мини это, конечно же, аккумулятор. За этот месяц было много случаев, когда я был в гостях у друзей и просил их поставить миник на зарядку. Или когда ездил с друзьями на их машине и просил провод, чтобы также подзарядиться. То есть, если вы где-то часто пропадаете на весь день, вам надо либо брать с собой powerbank, либо где-то искать зарядку. С 13-м айфоном таких проблем нет, а наценка на него, опять же, возвращаясь к первому пункту, не такая и большая.
большая по сравнению с 13 мини. Поэтому я пока не знаю, останусь ли я на 13 мини. У меня сейчас еще есть 13 Pro, но за этот месяц я ни разу его не брал с собой. Он мне кажется каким-то не особо удобным и чересчур тяжелым. И мне все время хотелось взять с собой именно 13 мини. Что, кстати, опять же плюсик обычному 13-му. Если вам не нужны все эти супер навороченные камеры, здесь есть тоже смысл взять обычный 13-й. Но в любом случае у нас остается с вами еще один, последний iPhone, самый большой и самый дорогой.